Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня будет необычное видео. Мы с вами соберем кошечку гибрида. Тело я возьму от подделки Monster High, а голова приехала ко мне с сайта AliExpress. Я надеюсь, что вам понравится. Оставайтесь со мной. Тело шарнирное от куклы подделки, на нем я особо не буду останавливаться, потому что мне уже не терпится открыть эту бандерольку. Я очень переживаю, я заказала голову на сайте, там было много вариантов, поэтому я очень боюсь, чтобы мне не подсунули какую-то другую голову, которая мне не нужна. Если вы работали когда-либо с сайтом AliExpress, то наверняка у вас попадались такие случаи, что вам просто делали замену товара. Вот она, моя голова. Упаковали в пленочку. Голова та. Я очень рада, что приехала именно та, что мне нужно. Волосы прошиты плотной полиэтиленовой пленкой. Такая пленка на оригинальных головах у этих кукол. Я, конечно, сомневаюсь, что это оригинал. Как же мне снять эту пленочку? Наверное, нужно распороть каждый шовчик. Так, дело пошло. Наконец-то я освободилась от этой пленки. Скорее всего, она просто держала прическу в порядке. Очень мне нравится кукольная голова. Макияж ровный. Это кошечка. У нее имеются ушки. Одно серенькое, другое желтое. На сайте было несколько вариантов. Я выбрала голову номер 10, чтобы она подошла под светлый скинтон моего монстряшного тела. Да и просто эта голова мне очень понравилась. А какой вариант понравился вам? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Сейчас я попробую надеть голову на монстряшное тело. Голова очень плотная, ее невозможно согнуть. Если у меня сейчас не получится просто так вставить, то я нагрею голову феном. Так, зашла голова. И вот такая получилась красотка. Очень мне она нравится и под тело подходит просто идеально. Как вам кошечка сама нравится, напишите, пожалуйста. У куколки маленькая родинка, глазки зеленые, есть небольшой румянец, в зрачках отражаются звездочки. Мне очень нравится ее окрас, сочетание цветов, а также сочетание цветов в волосах. Волосы, кстати, неплохого качества, серые с желтым, есть косички, 3 желтых и 3 сереньких, косички ничем не закреплены. Давайте посмотрим прошивку. Я уже вижу несколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Очень плотный пробор. 6, 7. В общем, прошивка очень даже неплохая. Честно говоря, я даже не знаю, может быть, это и оригинальная голова. Качество резины очень хорошее. Голова плотная и прошивка неплохая, и волосы неплохие. Может быть, это и оригинальные головы. Если кто-то знает эту информацию, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Для меня она очень важна. А для тех, кто не знает, Catwalk Kitties – это куклы от компании Lanard, которые появились в 2006 году. Главной особенностью этих кукол является большая кошачья голова на стройном женском теле. Аутфит кукол детализирован, включает большое количество аксессуаров. Кроме того, у каждой куклы есть питомец, тоже кошечка, и ее окрас такой же, как и у хозяйки. Catwalk Kitties дословно переводится как «киски с подиума», в русском переводе просто «подиум». История этих кукол такова. 10 кошек отправляются в Париж, мир моды. Как вы уже поняли, они модели, и среди аксессуаров у каждой кошечки имеется портфолио с фотографиями всех персонажей. В коллекцию входят 6 основных моделей – Суши, Пурпл, Аника, Минкс, Сиена и Тофи, и их помощники – Калия, уже состоявшаяся модель года, Топаз, стилист, Джей, фотограф и Чейз, модельный агент. Помощники моделей также не обделены аксессуарами. Например, в одном из выпусков супермоделью Калия шел целый подиум, в котором даже можно было включить освещение. У стилиста Топаз полноценное рабочее место, туалетный столик с косметикой.
У фотографа Джей фотостудия с профессиональным фотоаппаратом на штативе и освещением. У модельного агента Чейз письменный стол с милыми модными аксессуарами. Как вы уже догадались, ко мне приехала голова от супермодели Калия из выпуска, где она в образе милой девушки с цветами. Возможно, это был образ, когда она только покоряла вершины моделинга. Помимо взрослых моделей, в этой коллекции есть еще и маленькие куклы. Это те же самые кошечки, но в детстве. Существуют бюджетные версии, где одни куклы. Выпуски со всевозможными аксессуарами. А также коллекция со скутером и питомцем. На этом фото хорошо видна разница между большими и маленькими куклами Catwalk Kitties. У всех кукол обувь снимается вместе с нижней частью ног, как у Bratz. У взрослой куклы только один грудной шарнир, ножки сгибаются на щелчки. Также у них есть пушистый хвост. У малышей хвостик пластиковый. Конечно же, имеется масса подделок на этих кукол, и некоторые из них очень даже ничего, как вы думаете. На данный момент все эти куклы сняты с производства. Компания Hasbro полностью удалила информацию о них со своего сайта. Возможно, только купить голову, и то, какова вероятность, что она оригинальная, скорее всего, нет. За эту голову я отдала $4,5. В принципе, для одной головы цена довольно-таки большая. Я все-таки надеюсь, что это оригинальная кукла. Это я себя просто так успокаиваю. Эти головы отлично пересаживаются на шарнирные тела кукол Monster High. Китайцы, к примеру, даже не подбирают тела по цвету, когда подделывают малышей. Глядя на этих кукол, на их питомцев, сразу приходит на ум мысль, что собачки Pinky Cooper – это полностью скопированная идея у компании Lanard. Но это не так. Первоначальницей антропоморфных кукол, то есть кукол с головами животных, была Петина Пудель от Hasbro 1964 года выпуска. И сейчас это, конечно же, уже винтаж, раритет, но даже в те годы, далекие 60-е, она выглядела очень стильно, не правда ли? Для нашей сегодняшней героини я выбрала аутфит, который состоит из платья от подделки Blondie Locks, сапожек с открытым носком от подделки Easy Down Dancer и сумочка от оригинальной Pinky Cooper. Кроме того, под цвет желтых волос я хочу подарить ей нашего питомца. Это тигренок, у него крутится голова и он очень миленький. Сейчас я это все одену и представлю вам в виде презентации. Ну и как вам наша кошечка? Я лично от нее в восторге. Мне даже не хочется трогать ее заводской макияж. Возможно, будут новые аутфиты, возможно, даже новые парички. Это все зависит от вас. Я еще пока не знаю, что буду делать с этой куклой. Так что пишите в комментариях, предлагайте свои варианты. Будем создавать новые образы для нашей Калии. Я надеюсь, что этот обзор был для вас полезен. Если да, не забудьте поставить лайк, он очень меня будет вдохновлять на съемку новых видео для вас. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока.